Добрый день, уважаемые зрители club.kg. С вами я, Айсулу Бердалиева, и сейчас я вам расскажу о последних новостях из Центральной избирательной комиссии. Многие граждане не смогли проголосовать, так как аппарат показывал, что они уже проголосовали 3 октября. На данный вопрос член избирательной комиссии Алмаз Асаналиев попросил уточнить фамилии данных людей и номера избирательных участков. Также поступила жалоба, что в Нарыне на участке 4064 голосовали с бюллетенями без печати. Будут ли включены эти голоса, члены Центризбиркома ответят нам немного позже. Что касается технических моментов, не работали рейдеры. И даже с третьего или даже с четвертого раза аппарат не смог считывать отпечатки пальцев. В таком случае вводили пин-код, но даже были случаи, что ни пин-код и ни отпечатки пальцев не могли идентифицировать личность. Тогда выяснилось, что избиратель сам не уточнил себя в списке избирателей, и это являлось ошибкой самого голосующего. В 52 участках нашей страны нет связи, но голосование там идет таким же образом, как и во всех остальных участках. Однако данные с этих избирательных участков поступят позже.